День народного единства – это молодой праздник, однако корнями он уходит в далекое прошлое. Спросим у саровчан, что они отмечают в этот день, или для них это еще один дополнительный выходной. Именно в 4-го? Нет, это его уж переименовали. Перенесли дату с 7-го, а это 7 ноября – это революция. День соединения, в общем, российский праздник, наш, родной. Это связано с Мининым и Пожарским, когда они ополчение, по-моему, все собирали. Как нам удалось выяснить, к Дню народного единства саровчане относятся неоднозначно. Одни считают его праздником, который сплотил народы, другие характеризуют как попытку заменить День Октябрьской революции, который до 2005 года праздновали 7 ноября. Купно заедино, вместе заодно. Этот призыв Козьмы Минина стал девизом для ополченцев. В Нижнем Новгороде земский староста Козьма на площади обратился к людям с призывом создать освободительное движение для борьбы с польскими и литовскими интервентами. Сегодня эта площадь носит его имя. То есть это в сентябре 1611 года на площади Кузьма Минин бросил клич «Вместе заодно» и «Давайте собирать деньгу, пятую деньгу», как он говорил. Заложим жен, мужей, всех заложим, но за Русь свою постоим. 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери. У государственного и церковного праздника общие истоки. Икона была символом движения, перед ней молились Минин и Пожарский. В дни решающих битв за Москву и Кремль она оставалась с ополченцами. Впоследствии эта икона была покровителем династии царей Романовых. И многие верили, что благодаря иконе Казанской Божьей Матери и выгнали, изгнали захватчиков из стен Московского Кремля. Ко Дню народного единства городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина подготовила выставку «Подвиг во имя России», где собрана литература о событиях 1612 года для читателей всех возрастов. Те, кто предпочитает сейчас оставаться дома, могут посетить библиотеку онлайн. Для читателей подготовлен веб-квест «Единство в нас. Интерактивная карта. Путь Нижегородского ополчения 1612 года. Видеоисторическая реконструкция вооружения ополчения» и презентация «5 фактов о Минине и Пожарском». Сайт открыт для всех, кто хочет узнать больше о смутном времени. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.